При выборе меню к празднику или очередному семейному ужину остановитесь на салате с куриными сердечками и горошком, будет вкусно и сытно. Делюсь рецептом. Для приготовления салата с куриными сердечками и горошком понадобится самый простой набор продуктов. Перед началом готовки отварите сердечки до мягкости, также отварите морковку и яйца. Для рецепта понадобятся свежие огурцы и молодой зеленый горошек, который придаст блюду по-настоящему летний аромат. Сердечки куриные 250 грамм, зеленый горошек 70 грамм, свежий. Морковь 100 грамм, лук репчатый 70 грамм, небольшой, яйца куриные, одна штука, крупная, зелень по вкусу, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, свежие огурцы 70 грамм, майонез 100 грамм, количество порций 3. Подготовьте ингредиенты. Для салата нарежьте сердечки крупными кусочками, срезая лишний жир. Лук и отваренную до мягкости морковку нарежьте кубиками. Сваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками среднего размера. Таким же образом нарежьте и свежие огурцы. Отправьте в миску все нарезанные ингредиенты, добавьте зеленый горошек и майонез. Посолите и поперчите по вкусу. Салат перемешайте, дайте настояться в холодильнике 15-20 минут, после чего подавайте к столу, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!